Теперь хоть в песочницу, хоть на тренажеры. Юным жителям Краскова больше не нужно думать, как скоротать время во дворе. На улице Лорха вырос новый детский городок. Не по мановению волшебной палочки, а по распоряжению губернатора региона. Площадка и двор обзавелся благодаря программе «Наше Подмосковье». Восторг есть, нет смысла его скрывать. Повод для радости весомый. Островок счастливого детства размером в 450 квадратных метров. Песочница, тренажеры, горки и качели. Конечно, не аттракционы парка развлечений. Но для детей это едва ли не Диснейленд. Такие сооружения бывают только в Москве. Я не ожидал, что в нашей, ну, таком поселке маленьком, который скоро станет городом, не знал, что такие будут сооружения. Я первый раз вижу такую крутую площадку, и теперь я могу с друзьями, которые здесь рядом со школой живут, могу теперь сюда ходить и здесь играть. Самые юные пользователи площадки штурмуют горки за руку с мамами. Как развлечь ребенка на прогулке? Этот вопрос для старшего поколения остался в прошлом. И у родителей это вызывает не меньший восторг, чем карусели у малышей. То, что здесь появилось такой шикарный городок, это для нас, для всех большая радость и праздник. Ярко, красиво, привлекательно. В общем, когда мы выходим на улицу, наш ребенок первым делом бежит на площадку. Такие же красковчане, как Елена Чернышова, возвели детскую площадку у себя во дворе одним кликом. Придомовая территория на Лорха собирала голоса на этом популярном интернет-ресурсе. И собрала достаточно, чтобы губернаторская программа пришла именно сюда. В результате современный игровой городок на месте устаревшей площадки. Здесь были старый заброшенный комплекс, неизвестного года мне постройки. Ну, это наши железные грубые формы. Ну, время идет, идем и мы. Вот, стараемся успевать. Такими обновками жителей округа балуют ежегодно. Только в этом году 65 дворов обзавелись современными детскими площадками. 6 из них построены благодаря губернаторской программе «Наше Подмосковье». Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.